Всем привет! У нас сегодня 26 июля 2022 года. Едем в город Тамбов в транспортную компанию забрать посылку от Патроныча. У нас на носу открытие летне-осеннего сезона. Немножко пополнить запасы, заказали посылочку. Что там пришло, попозже снимем обзорчик, посмотрим, что там будет. Все, сейчас получим, привезем домой, будем снимать. Всем пока. Так, снова всем привет. Все, мы вернулись домой, получили посылку. Значит, привезла ее транспортная компания «Кит» нам из города Санкт-Петербург, город Тамбов. Дошла она у нас за 3 дня. 22-го отправили. 25-го вчера мне позвонили, что он находится уже в терминале, в пункте выдачи. Все, забрали, значит, коробочка маленькая, но увесистая. Значит, согласно накладной, вес составляет 25 килограмм. 25. Масса 25 килограмм. Вот если видно, 25 килограмм. Почему 25, не знаю. Должно быть 20. Здесь заказывал я 2 дроби. 5, номер 5 и номер 7. По 10 килограмм каждый. То есть 20 килограмм. И капсуль CX2300 штук. Я не думаю, что они будут весить 5 килограмм. Ладно, сейчас ужинный прибор забрал. Сейчас мы завесим. Нет, 25, как заявлено в накладной. 5 килограмм приписали. 20. Нет, ставить. 20,95. Последний вес показывает. Накладной 25. 20,95. Почти 21 килограмм. Транспортная, получается, еще 4 приписала. Ну ладно, не суть. Значит, прибор весовой в сторону убираем. Ножницы. Сейчас я гляну. Камера все смотрит, там видит. Все видит, все нормально. Распечатываем. Так, это дробь номер 5. Это дробь номер 7. 2 полторашечки. Каждая по 10 килограмм должна быть. Мы сейчас взвесим. Это у нас капсулянт. Должно быть 300 штук. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 150 в одной, в двух 300 штук. Так. Все. Коробку у нас пустая. Ничего у нас больше нет. Убираем ее в сторону. Ровно.
10 ровно. Итого 20 килограмм. Обстреляемся. Сейчас откроем сюда, посмотрим. CX-2000. Триста штук. Так, ну что, запас у нас пополнился. Запаслись так на будущее. В принципе. Заказывал я все это богатство, значит, у Дмитрия Крылова, он же Патроныч, из города Санкт-Петербург. Ранее у него уже делал заказ, присылал он мне такие вот гильзы, я их вот уже декапсулировал со стенда. Азот красный, и главпатрон синий. Заказывал мне 500 таких, 500 таких, позапрошлый год, наверное, был. Прислал он мне их целый мешок, такой большой, из-под сахара, 50-килограммовый. Вот. Что-то я их там пересчитывал, порядка по 650 или по 700 штук каждых был, с запасом. К чему я все это? К тому, что, значит, продавец надежный, цены значительно ниже рыночных. Вот. Всем, кто занимается этим, у кого есть желание или необходимость, всем рекомендую, заказывайте, не пожалеете, никакого обмана, все достаточно честно и профессионально. То есть заказ, я не помню, 19 или 20 заказывал, 22 он был уже отправлен, 25 он пришел в город Тамбов. Так, ну на этом все. Такой небольшой обзорчик, просто обзор по получению посылочки. Видео сейчас в настоящее время не выкладываю, потому что, ну, снимать нечего, а пустую болтовню снимать нет никакого смысла. Охота еще не открылась, охота у нас с 5 открывается с собаками на луговую дичь. С рыбалкой тоже пока что-то не получается, ни с подводной охоты не получается. То воды нет, то сейчас травой все заросло. Я думаю, все у нас впереди будет. Все, до скорых встреч.